Чего себе, мы нормально собрались. Маленькая победа. Так, проверяйте на себе. Спейки, маски. Все проверьте на себе. Чтоб у вас было зелье от спины не выставлено. 4 хуйни, 1500, блядь. Что? Я все, блядь, поражаюсь. Надо купить. Верслин, тебе что? Все против? Так, вы отсюда. Кому-то продолжим, кидайте трейд-роги. Чего там? Ставь рыбу. И там все дела. Инту бафните. Духи. Лапку. Самое главное, это духи. Вот все-таки масел. Пошел Венс, еще не пульнули, у меня уже, блядь, 4 души нет. 3. Слабый нам бах не нассал. Слушай, а вот эта спина, она откуда здесь 72? Где я тебе сейчас насосу, блядь? Я их только что потратил. Где только РК-25? Полтинник. Где? 50-50. Ну, значит, если 50 на 50... Это то, что если падает, там какой-нибудь рандомный чел вот так пишет в чат. А доля меньше было. Да, не. Там по-любому кто-то найдется. А в ЦЛК потом надо все поменять. Да, я за 18 раз забрал. Да, в ЦЛК все потратить нормально. Даже вид до него. Еще метки поставлю. Все банки. Вот. Ну, блин, пьем банки, масло, давайте, все. Скоро пулять уже будем. Давайте, один пул, 10 минут. Ну, в ЕВК на минут 30, и все. Так, я потратил свои последние открытки. Убиваем вчера, за один пол. Вчера его уже один раз убили, просто танк решил, что надо убить. Короче, смотри, на танке этот, прожимайся, короче, давай не будем. Я понял. Тут как-то это, ну, сомнительно было, если честно. Я, конечно, сам такого не ожидал. Но... Пусть он под последней стайке прожимается и каждый раз. Я прожимаюсь каждый раз. И все. И тебе зубы там еще будут скидать на зимней фазе. Я что-то там вообще не ожидал. Да нет, у тебя воля, это вообще фигня какой-то. Это баг. Так, хисера рыбу не поел. Да, мне похуй. Мне кажется, Шоколаси не понял, какую фласку надо пить. Сапрот. Хаку выпил фласку? Хакапли просто не бахнул ее. Че, сапрот спьем? Дед, у тебя деменция или что? Подожди, ты хоть кажется, все это время ты пулил, ты без это, без сапрота все это время? Я не помню. Я подозреваю, титал-то вчера ебашил, не похуй был. Сапрот так сапрот. Да сапрот, мы на классу перепиваем только на зимний в конце. Как тяжело. Ладно. Что там это торчало? Бля, ребят, давайте быстрее убьем его и разойдемся. Реально. Ходите к метку. Пицца так, не убейте, но... Ты все так же ДБМ пул не видел, да? Я озвучиваюсь. А ну попробуй вот. Еще раз. Просто нашим не сейчас 7. 10 секунд поставь. Хорошо, это не пул просто. Ой, это не сработал. Класс. Ты че? О, 3. 2. Есть. 1. Тогда я не буду считать. Обновил. ДБМ пул 7. 5, 4, 3, 2, 1. ПС. Я забыл, кстати. Поэтому он и напомнил. Ты бы мог подумать. А чуть подальше, наверное, молчит, идет. Я РНЖ не прописал. Я ранги забыл прописать. Ну ничего. Интересно, до курса на мои щиты влияют? Скорее да, чем нет.
Точнее, скорее не на чем, да. А на символ. На символ-то понятно влияет. А что, вообще паду кольцо давать? Поменьше колец бы. Лучше. Герм. После этого кольца сбегаемся. Блять, Никита, помоги, пожалуйста. Тихо, сбежались, ну, сбежались, сбежались. Леона в эфире. Хорошо. Разошлись. Скинь, скинь Индра, блин. Меня Индра подлагивает. Что-то такое, так, сейчас этот, Реслин жми сокру и Т4 жми. Не сбегаемся. Так, Облесинг Сонг. У меня вообще зубы синие. Так, ПБ. На. Жми айсблок, пожалуйста. Че, падает? А, я забыл, кстати. Да, падаем. Падайте. Сейчас, я этот... Ну, подождите. Почему так? Сейчас, я поставлю отслеживание его айсблока. Хаку заебал руини, сколько можно? Юля Броха. Юля Броха, блять. Хаку Броха. Брохи на тебя нету. Я осуждаю. Ни щит не нажал, да? Ничего не нажал, блин. Если он просто щит нажал, его перебало пятно тьмы и все. Чё? Чё? Щит от огня. Ох. У него 300 оверкил. Чё, да я это... Ну там щит маны, там ещё что-нибудь. Да не прохил это, забей. Да не пошёл бы ты нахуй. Не прохил. Ну да, не прохил. 7300, блядь, урона кольца мрака. Не прохил. Да, и до этого 19 тысяч. Кредит должен дэмэдж. Видишь же, на ком пожирающее. Должен был заранее ему накинуть хилку. Ой, ты его не хилил сколько? Ты его хэпал, его не хилил 11 секунд, если что. Да я хуй. Хэпал, а? Да я хуй, согласен. Вот и помер, дед Максим. Жалко Хаку. Остался с ним, блядь. Знаешь, просто есть такие моменты, когда ты, не дай бог, хотя бы на одного переключишься или попробуешь просто вспышку дать. И ты вовремя можешь захилить танка. Знаешь, да, как это? Глю, забей, это ТТГшник, его, блин, жалко. Не надо передо мной оправдываться, у тебя частичка нахэпали, так что можешь отвлекаться... Ой, на танке. Можешь отвлекаться сколько угодно. Не надо передо мной оправдываться. Это ТТГшник. Я не буду хилить. Давай фонарик. Давайте. Сейчас точно все будет хорошо. У нас лог довыебывался, остался без хила. Мне похуй, я на самом отхиле живу, блядь. Ты больше себя нахилил. Все, тихо, тихо. 5, 4, 3, 2, 1. ПС. Я снова забыл. Я понимаю. Заебал. Ведь идеально. А я так без одного крита сижу, блять, играю. Через 30 секунд разъёб будет у всех. Не, не Фьюри, горишь чуть-чуть поближе, подойди. Молчу. Блять, тут хуёво, кстати, что я молчу буду. У меня тут пикселитов. Не, ну все, вот он нормально стоит. Вот это тоже хороший голем, мне нравится. Чё-то все по канону, горящая сова. Thank you.
Геру давай, после этого кольца сбегаемся. Да, Гер. Сбежались. В эфире Азерона. С больно, кстати, будет. Разбежались. Разошлись. Посмотри на танки, попа, какие. Закинь нам, пожалуйста. Так, на следующем сейве надо будет нажать. Так, жми Т4, а Реслин жми Сокро. Реслин в шоколаде. Шоколад! Страшно, с ним пиздец. Моя порча не в меня, спасибо. Да, блять. Там по ощущениям у ДК мастер кого не взял. После этого сбегаемся. Сбежались. Сниму себя, блядь. Разошлись. А я что дезармуюсь? Так, сейчас надо сейвы будет дать. Глю, жми сокро. Сейчас еще подсейвите кого-нибудь. Сокро. Серого эфира, его эфир дал зубы. Где больно, умру нахуй. Хорошо. Не успел тащить дать по чуть-чуть. Не, Бэббит, не надо здесь. Или надо, или бы. Просто сейчас Галем и сожрут. Нормально такой. Углю мана почему-то нет. Стало нормально. Это целое вакантное место. Не ладно. Я забыл, кстати. Ладно, my bad. Ну уже нет смысла. Я забыл за ночь сейчас забирать надо было. Да нет, блять, у меня галема сжирает. Галема говна. Типа мне даже уйти некуда. Я бы не умер, если бы не галем просто. Кто? Не галем? Не галем. Не, нормально даже было, надо было просто забегаться. Типа, пожалуйста, еще кто-нибудь анонсите. Типа, я вот в такие моменты, я сижу хилю, я вообще не смотрю никуда больше. Типа, сами посмотрите, когда сбежаться надо. А когда мы? Какого дома? А как он? Ты в рандомный момент говоришь сбежаться. Ну, да, реально, в рандомный. Ну, я же с тебя там. Каждый раз один. Каждый раз в один и тот же. Рандомный. Я, кстати, хз, чего, типа, у меня было 60% маны, углю 8%. Я не хилю или чё? Ты заколил охуенно, кстати. Что? Я смотрю, как Глю дает массакру бабл, потом через секунд 20 ты колешь Глю массакру бабл. И я такой, чё? Подожди, Глю по приколу выкинул его, что ли? Не совсем. Или ты типа сам нажал без команды по ней? Ну да, тут немножко было, потому что, блядь, очень было опасно. На мне эта хуйня висела. Да, она не должна тебя убить. Вот когда мы сбегаемся, не жми сейвы никогда, когда мы сбегаемся. Нет, ты это прекращай думать. У нас есть РЛ, он типа... Это он имеет право насвайпать. Ну типа ладно. Типа он на голова, все. Предговор сжечь. Ага, ясно. Копал вагон. А ты, у тебя бес дает хуйню? Чего? Бес хуйню дает же, да? Ясно хуй. Вот ты даже два таланта хотел хуеть. Потому что один, блядь, не прокает нахуй. Так, ему похуй, болбоя стояли. Нужно разве без этой хуйни. Я отказался, блядь, от одного крита процента. По ощущениям, я отказался от 1500 ДПС, блядь. Ощущение. Зато по мане вообще не сажусь, блядь, и хилю сам. Чуть-чуть. Он 130к нахилил. Ну, если ты посмотришь внимательно на мои хилы, я тебя, в принципе, даже и не хилил, в принципе. Подходите. 5, 4, 3, 2, 1. Пресс.
Миша Рапс, Сергей Брок. Осуждаю. Миша Раб, Сергей Брока. Клички, блин. Уебище на Некспуле, если он будет, можешь кинуть меня в пати, блять, к этому, к Синдерейке. Чё-то этого не сделал. А я ж крита не досчитываю, сижу. Ну, с пати какие-то странные. Извините, пожалуйста. Я с сингом в одном пати. Забери. Кстати, да, углю маны нету от нас. Так, кстати, биг. Ладно, это пол говна. Герм. После кольца сбежаться. Сбежались. Два лесли. ПС. Под Герой? Просто. Так, сейчас на циви будет давать. Так, жми то 4, ресинс окружный. Вот и ресинг сонг. Говорю, тебя два голема убьет, как я сделал так, чтобы один бил. Назад, отойди, глю. Так, что после этого сбегаемся. Сова, кинь на, пожалуйста. Уже. Сбежались. В эфире хисера. ПС. Разошлись. Так, сейчас надо будет сывы свои прожимать. Глю, жми сокру. Сывы свои. Риона Хисера. Жмите там. Чего? Этот раз две подряд не залетело. Да, что, давай еще четвертого ебани голема. Давай, блядь. Глю, что ты по мане садишься? Да хуй его знает. Да ближе к луне просто. Так, после этого сбегаемся. После этого сбегаемся. Не знаю, что больше всего понравилось. Прожми свои сбежались, силы, какие... Сбежались. Смерть. ЧВ, блядь. Да, блядь. Разошлись. Блядь. Не успел чуть-чуть. Очень близко было. Охо, рейсим, переводить хилить. За одну цель меньше хилит, чил. Реально. Сейчас сейвы надо будет сдавать. Как только откатится кнопки, сразу давайте их. И я сейчас еще зуб постараюсь командовать. Рослин слякать. Угу, нормально. Ну, да. Один случай не сдавал еще, нет? На хп дал. Но ману я не буду давать, нет смысла. Выкидывать моментально. У тебя тигон, если что, если глю ману. Я знаю. Может, перевели почти. Ему хватит. Главное, порубите, блядь. Сразу к тени. После кольца сбегаемся. Добейте босса. Он добивайте быстрее. Все, этот в стену надо. На карту. Я в стену, мораль плюс. Карту потыкал, куда все побежали. Когда плюс мораль услепил. Стенку уперлись. Все в стену зашли, что никто не отлетел. Как? Ну дать босс куда. Блять, поводи босса, выведи его, нормально поставь. Да, выведи и заведи. Я уже не знаю. Выходите. Так, ладно, у нас сразу есть. Камни сейчас жрите. Ты его есть? Нет, пока никаких. Без сейвов живем.
Улю массакра есть. Нет, он... А, есть. Ну, не знаю, может, я не нажать? Ну, он не избавил. Нет, он умрет, нахуй. Тут ебет всех, кроме. Блять, 2%. И сразу лево, право, рейндж. Босса, босса в центре, на месте, не водите никуда на этот раз. Миша, давай, Рапс, Денис, давай, бро. Он стоит тут и стоит, все, все разошлись. Босс стоит, не стоит. Ну, потерпи чуть-чуть. Все, кроме Глю и одного танка, влево-вправо, подальше. Пока не рисуйте, подрите чуть-чуть. Секунду 20. Вы там только по стакам не заслабите, пожалуйста. Тинг-Сонга, не диспельте, проклятие. Я буду бить босса. Да там Декан на втором его таки сложил, забей. На четвертом его убило. После того, как я сказал, у нас разъюз, в течение минуты все... Хорошо бы, чтобы все молчали. Чем мы справимся, если меня поверить? Я смотрю за всеми бафами и разъюзами. Нам все равно Бэра ждать придется. Да Бэра его, Бэра. А если кто-то говорит, то остальные плохо слышат. Так, скажешь, когда вставать. Разъюз. Ну так в курсе, я вот я поясняю, вот я говорю, разъюз, и все молчат. Че, 10 минут АФК? Разъюз закончился, да? Можно... Да давайте не 10, ну типа зачем? Ну, хорошо, блять, вам. Нам БР нужен, нам нужен БР, если в диван будет кидать чего. Ладно, хорошо. Так. Давайте пройдем просто. Не рисковать, как дебил. Так, ну, чем разъюз добивать будем? Вот сейчас его шотнул, там щит на нем был. Ты... Что-то... Ты... У вас на скольких стаках он спадает? В смысле заберешь там? Это ненормально. У вас на скольких стаках спадает с вас? 8-9 у вас спадает. Ури, когда много стаков, подходите зарп, давай. Я не знаю, типа, Ресина не так, не вот так после сильно бьет. После каста только дизарм, да. Именно у ДК пробивается. Может, Ресина будет на 15 стаков? Не было. Чего не было? Дефов не было. Понял. Там в тебя просто каст был. Я... Да, не забыл. Не было. Ну сейчас все будет, по идее, так что нормально. Так, Иннер, сова мне заливай. Мне это все равно. Вы там, кстати, с боссом поаккуратнее. Уже 3% нет, а 8 минут сейчас стоит. Все, заберу. Это брал. Ну, 8 не выменяете. Ты хочешь сказать, что я по 200 дэмэджа наношу, я переведу его? Не-не, просто... Арислин, если танка будет сильно бить, может скинуть капельку ему. Когда там уже будет стаков нормально. Больше у нас чуть-чуть не ну, зубы есть мои еще. Сколько у него стаков? Кажется, не вижу. 3 не видел. 8. Кому верить? А, 3 это у... Я ебу кого-то спрашиваю. 4. Я сейчас я дома щит. Я он сейчас его вообще не пробил. Я зеленку нажал. А, это еще под щитом, вот ты его шутнула, кстати. Лучше пока расскажите, что там следующая фаза, последняя, да? Это предпоследняя. Да, ты же был на ней. 9.30 вроде. Там что-то в контроль, дерево какое-то, да? Понял. Там босс короче, начинает кастить. Начало. Он что, кастует свою кнопку в таргет. Этот таргет долг должен нажать. Этот таргет должен ладно, нажать. Ладно, завали ебало, клоун. Все, я понял, хорошо. На 20% босс переводится. И, а потом еще на 10%. То есть нам нужно как можно быстрее под герой снести ему 10% нахуй. А у босса есть каст, называется Зов Мертвых. А тот, в кого он кастует этот каст, там таргет есть у него. Показывает. Должен отойти немного от рейда и выпить зелье, которое мы дали, зелье оцепенения. Угу. На танков он кидает? Нет, на тебя не кинет. На МТ, который танчит, нет. На тебя не кинется. Арислин может... Хпалом попроще, диван дал и похуй. Да, хпалы там Арислин сдаст, если у него будет кастоваться это, хуйню, или Блю также. Его БР вот, сразу должны. А, сразу БР те, кто упал. На фазе видишь, кто-то сдох, ты его сразу бэришь. Без команды. Еще этот, когда мы туда переведем, не надо его никуда водить. Вот где он стоит, там же его и лови.
На СС сейчас кому-то будут давать. Я дам. Так, еще 5% 6 минут. Ты нормально отнесёшься. Ну там, скорее всего, танки снесли нормально. Танки можете меньше дамажить? Как вы? Ну без шуток. Не дамажа, так сись. 4% осталось, алё, блядь. 5,5 минут. 5 до 6 минут. Еще скажи, блядь, Глю тут ману регенит себе, да? Ну танки просто кнопки не кидают, ну с ПКМ бьют и нормально. А лучше с ПКМ не бить. Вдруг парирование какое-то, блядь. Даже по 60 мастерке. Ждаю тебя. Жалко, я без беса на фазе буду, ну ладно. Почему? Потому что у меня бес кастится почти 8 секунд. Ну, подождем. Тогда мы вообще-то. Чего? Ну ты закастишь, и мы переведем, не? Пропадает каждую фазу, дружочек. А, охуенно у тебя, кстати. Хороший бес. Хороший бес. А, кстати, да, когда мы на 10%, все главное разойдитесь на рейндж сразу. Танки держат босс, где играли его на первой фазе, кто там танчит по стакам. Следите сами. Сами без разницы, где. То же самое будет, что и на первой. Это рейндж 10 просто держим, выбиваем чипов, которые в контроле будут, и все. А, там просто рейндж набрать, и все, мы выиграли. Самое главное. Суп падет. А потом жертвенное пламя, если можете... Ой, жертвенное огонь, вот этот, который вешается у нас на после 80% на первой фазе вешался. Просто если вы можете сами себя просейвить, сейвитесь. Нет, вообще поебать. Там очень один раз накидывается. Ай. Это было испы заранее? Ну. Да. Хорош. Так, 4 минуты еще, 3%. Перевод на 5,3, да, вроде я говорил когда-то? 600 тысяч. Я стопаю бить. Ты можешь выстрелить? Да, можешь стопай, мана нормально. Я иногда бью по мане. Первый вообще забей, типа, не, у меня... Тут углю фул мана, у меня 60%, но у меня еще все кнопки на мана есть. Синка, если ты будешь сосать душу, я никому. Ману вообще забей. Первый уровень заклинания надо выставить в следующий раз. Ну еще давай, бро. 500 тысяч на переводы. 3,5 минуты у нас еще. Меньше дэмэджа надо. Смысла не будет тогда в том, что мы сидели. Хочу теорию проверить. 400 тысяч. Блять, теория не получилась, не проверил. Глю, ты сильно там бьешь? Может, это ты? По-любому. Да не, у меня тычки идут. Глю 100 тысяч не таможил. Сколько? Миша, давай рабство. Это за всю фазу немного. Они ж там быстро, наверное. Пуха. Ну, пуха он 65 не таможил. Там он просто людей кидал. Это, наверное, было на той фазе. Была теория, что Хисера специально умер как бездарность, потому что он случайно выпил второй пот. Чтобы не подумали, что он лох, он сдох. Это знаешь, когда было? Это было вчера. Я вчера так сдох, но не специально, короче, знаешь. Я выпил второй пот, потом думаю, а нахуй я это сделал. А пока я думал, кольцо бахнуло, я сдох. Ясно. Но вчера было такое. Я такой, о, я сдох, значит, я не проебусь с потом. Ну, кстати, если что, у меня ваниш есть. Я могу ваниш в таргет поменять. Так что мне похуй было бы. Ну, скорее всего, могу поменять, я вроде менял. Эх, это вот баланс на кнопку. Тупо 50% маны регенит. Ты про что? Еще один. А. Такой баланс на КД большой. 5 минут. Ты ж не шип, да? Че, когда гибрид шип, когда маны шип? По 3. Да-да. Еще не могу, блядь, переведем нахуй. 200 тысяч. Вообще стопните все, что можете дамажить, танки тоже. Сегодня. Только Глю. Да и Глю может пока стопнуть на самом деле. Стопнет уже, блин. 100% маны хватит. Посмотри, если инстаки проебывает, то мы он забирает, и как раз БР должен откадешиться. Полторы минуты. Подожди минуту.
Не, ну когда 20 секунд останется, мы уже можем переводить, начинать. Там пока фаза начнется, пока он кастанет. Как тихо-тихо еще. Все ДД, когда мы будем уже переводить, уже говорим перевод, бежим бить, все фаски на ДД пьют. Да, и Синтонга про декурс не забудьте. Главное, хаст-подку не выпить или там эту свою СПД-подку, блядь. Потому что оцепенение нажать это очень важно, иначе мы можем вайпнуться. Вот это 2 ляма до перевода. Ой, 2 ляма, блин. 10 тысяч. Нормально. 170. Ну, меня не показывают, у меня 5,5 просто. Ну, там это, печатка бьет, печатка. Все будет. Тут? Все тут? Я забрал. Мы сейчас будем переводить уже. Да, сейчас будет перевод. Готовьтесь уже. После шипов выпиваем зелье, пошли переводить. Прохильте. Выпиваем все зелья на ДД. Ну, давайте переводим. Перевод, перевод, все, все. Дамажим, 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 дамажим. Декурс. Быстро про декурсе. Все, стоим на месте, никто не... Герафул, герафул. Не двигаемся. Азерон. Вышел под пыль. Лови. Синхрон. Первого вводим Азерона, если что. Сразу рейндж 10, сразу рейндж, как только. У нас нет ДЦ. ДЦ надо будет вывести. Глю умер. Быстрее меня. Быстрее меня, блядь. Быстрее меня, блядь. Ресин забирай босс, быстрее меня. БР глю быстрее, вот Юри. Танк умер. Похуй. Прохиливайте. Все, домашний босс. А домашний босс. Синга выведи, синга вывести. Рэндж, 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 рэндж. Жите, бывайте. Ты синг умер, бейте, бейте босс. Еще раз. Фулл дэмэдж надо, фулл дэмэдж. Ломану там ебани. Углю сухой. КД, 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 КД. У меня чел в МК нажал на меня. Глю, где стоишь? Сейчас после кольца можно поменяться. Нормально, хватит. А все, хватит, надо. Фулл дэмэдж нужен, хватит. Массакра, блядь! Рано. Нормально. И у меня еще зубы есть, могу посмотреть. Хаст-подки, хаст-подки пейте, если есть, блядь, давайте. Уже не нужно. Азерона, зубы себя. Да, да. Бля, сова решает. А чё за на хуйня на тебе на Азероне? Смысл? Проклятие. Я не знаю, что это. Ты сова накинула. Какая-то тема есть. Чё накинула? Ебать, дубинка хастхит. Я первый раз... А чё Глю умер? Я не знаю, чё Глю умер. Глю, чё умер? У меня эта хуйня повесилась. А, пожирающий пламя. Блять, дубинка, серьезно, с меткостью. Кому она нужна? Я бы, ну, мне. А. Я возьму просто, потому что никому не надо. Сове, наверное, не. Че, печатка? А, в сове, кстати, можно. Ну, отдай. Да, отказывайте. Я тыкнул, типа, ну, мне пока не надо. Ну, смотри. Типа, мне тоже такое, типа. Отдайте лучше сове, а ты возьмешь, типа, сове. Не, я хаскрейт хочу взять, да. Так сове, а сове надо это? Давай там на вырос, типа, может поменяем какие шмотки. Ну а потом он меткость, ну, типа... То есть, ну, я, короче, не хочу меткость на этой пушке, это временное решение для меня. На этот, на лоб, на эрдруг. Дороль. А, подожди, это дух кредит, подожди, это... Это плюс 2 это моего, да. Пушку можно отдать сове. Да, сове. Ты полутаешь с мороза, а потом сова тоже с мороза. Не, может вместо хаскрейта взять? Сколько у тебя хосты? На ДЦ заебись. Я сейчас 530. А, еще плюс мороза. Ну типа, какая разница там, 120 кап? Не 120, ты тупой? 600 хосты. 600 это на флешку кап. Ну так. Зачем мне кап на флешку? И ГКД. Сколько у меня тут? Ладно, давайте мою печеньку, я пошел. У щита 120. Чего? У щита 120 это если ты вроде это у тебя хоста есть с расы. То есть там не 120, чуть больше. Говорю, давайте печеньку, я пошел. Типа я 81 раз пожал. Хватит пиздеть, долбоёб, кинь там ролл. Заебал. Нет, просто дай это сове. Да, если хочешь, забирай. Нет, сове просто. Да какой 21? Вообще-то, что я ресин забирал. Уёбал.
Блять, почти не хватит. Я предлагаю аннулировать Азерону, потому что у него хуба гора печенек. Согласен. Это третья, кстати. Тоже согласен. А он ДЦ, ему на ДЦ не нужны. Вы чё, рофлите? Нахуя мы ему вообще дали? Алло, второму паролу отдавай. Я апнул уже. То, что расскажешь, у тебя место в инвентаре нет. Его кайдем, его кайдем, его кайдем. Да, дайте второму паролу, Ел. Давайте быстро просто закроем эту помойку. Чел забирает ноуспек, ты чё, долбоёб Азерона? Дай портал куда-нибудь. Хаку, дай портал куда-нибудь. Червоточину просто жмите. Ку червоточину, токен отдай. Ты в ДЦ у нас, в каре. Алло, фрик ёбаный. Я испаряюсь. Не, на самом деле, синг, я считаю, что, типа, должны каждый по это, по печеньке, типа, лутать. Кроме Азерона. Не, иглю должен, типа, каждому печеньку и все, типа. Они же не это, не классовые, не это. Да, только проблема в том, что он эту печеньку на шипы кинет, а не на ДЦ. Ну, да. Ну, он же в 25-ке шипы ходит. Ну, мы же так закрываем. Я кидаю, потому что, типа, ну, меня заставили в спектнице. Типа, он в 25-ке ходит. Да мне помню, там... Че, к Доле пойдем? Да, у нас, блядь. Давайте ВК закроем, а потом пойдем к Доле. Сначала ВК. Я пойду спрошу просто, че у меня. Надо ничего спрашивать. Типа, как по мне, так надо, типа, просто всем иглю отдавать, а то тоже это херня. Иглю апать нечего. Слушай, знаешь, я, бля, вот честно, я вот эту хуйню слышу с самого начала.